музыкальной шкатулке всегда ассоциируются с чем-то старинным, романтичным, даже сказочным. Они могут быть любой формы, размера и оформления. Это не только изысканный музыкальный инструмент, но и необычный предмет интерьера. Раньше для изготовления одной такой музыкальной шкатулки даже опытному мастеру требовалось около полугода. Ведь помимо всех необходимых знаний в области механики, требовался также утонченный вкус и музыкальный слух. Каждая такая шкатулка являлась произведением искусства ручной работы, даже сегодня, спустя много лет, продолжает радовать нас своей мелодией. История музыкальной шкатулки берет свое начало еще в средневековой Европе. Прообразом музыкальной шкатулки послужил придуманный еще в XIV веке во Фландрии карильон – ударный музыкальный инструмент, состоящий из нескольких колокольчиков. Из Фландрии карильон распространился и по другим странам, и уже в XVIII веке обрел по всей Европе огромную популярность. XVIII век неспроста называют «золотым веком механики». Именно тогда были усовершенствованы многие механизмы, в первую очередь часовые и музыкальные. В это время швейцарские часовщики специализировались на создании часов с небольшим набором миниатюрных колокольчиков. Основным назначением этих колокольчиков было создание перезвона, так как звуковой диапазон был весьма ограничен и не превышал нескольких тонов. Революционное изобретение в области механической музыки было сделано швейцарским механиком и часовщиком Антуаном Фавром в 1796 году. Именно он первым получил патент на карильон без колокольчиков и молоточков, предложив заменить их на вибрирующие пластины, которые зацеплялись за штырьки на миниатюрном вращающемся музыкальном диске. Расположение штырьков на диске является записью мелодии. Пластинки, цепляясь за штырьки, издавали разные звуки, которые сливались в одну мелодичную композицию. Немного позже мелодии стали записывать не на диск, а на валик. Штырьки располагались на его цилиндрической поверхности. А в 1814 году женевский мастер Франсуа Лекультер усовершенствовал вибрирующие пластины. Теперь это был целый ряд пластин, вырезанных из одного куска специальной стали и представляющих собой единую деталь, получившую название «звуковая гребенка». Благодаря этому усовершенствованию звук стал более чистым и тонким, порой напоминающим хрустальный звон. Так сформировалась базовая схема механизма музыкальных шкатулок, которая сохранилась почти без изменений до наших дней. Механизм музыкальной шкатулки состоит из опорной плиты или подставки, на которой закреплены основные детали музыкального механизма – пружина, звуковая гребенка и вращающийся цилиндр со штырьками. Во время движения штырьки цепляют зубья гребенки, благодаря чему и рождается мелодия. Валики могут содержать несколько мелодий, которые следуют одна за другой и переключаются автоматически. Механизм музыкальной шкатулки зачастую мог быть дополнен и другими музыкальными инструментами – колокольчиками, барабанчиками, кастаньетами. Большое внимание мастера уделяли оформлению музыкальных шкатулок, так как тембр шкатулок зависит не только от материала вала и гребенки, но и дерева, из которого выполнен корпус. Центром производства валиковых музыкальных шкатулок была Швейцария, а самым знаковым местом – небольшой городок Сен-Круа, в котором жили и работали мастеровитые часовщики. Изготавливаемые ими часы и музыкальные механизмы становились все более точными. И через несколько лет изделия из Сен-Круа уже ни в чем не уступали по качеству часам и музыкальным шкатулкам женевских мануфактур. Вскоре производство механических музыкальных инструментов начинает постепенно отделяться от часового дела и становится самостоятельным видом прикладного искусства. А уже начиная с 30-х годов XIX века все детали для музыкальных механизмов производились непосредственно в Сен-Круа. Так этот небольшой городок превратился в центр по производству музыкальных шкатулок и стал неотъемлемым символом Швейцарии. В коллекции музея собрания представлено большое многообразие музыкальных шкатулок разных форм и размеров. Вот перед вами музыкальная шкатулка на 8 мелодий, выполненная мастерами из Сен-Круа в конце XIX века. Но помимо музыки вы также можете насладиться небольшим представлением, так как оформление этой шкатулки напоминает театральную сцену с танцующими куколками-автоматонами. А чтобы их оживить и насладиться музыкальным представлением, нам надо опустить монетку в отверстие монетоприемника. Любопытный факт. В 1887 году Агюст Лассер
владелец мануфактуры музыкальных шкатулок Сен-Круа, заключил контракт с железнодорожной компанией «Юрасимплон» на установку и обслуживание платных музыкальных автоматов в залах ожидания на железнодорожных вокзалах Швейцарии. Вот так в XIX веке вы могли развлечь себя и скоротать время в ожидании поезда. А вот эта шкатулка уже могла стать вашим личным музыкальным инструментом и, конечно же, неотъемлемым украшением интерьера. На ее валике записаны 12 мелодий. Механизм здесь приводится в действие с помощью рукояти. А также здесь есть и дополнительные инструменты – большой барабан, кастаньет и 6 колокольчиков с 3 бабочками. Звучание выбранной вами мелодии сопровождается вращением куколок-автоматонов. Иногда шкатулка могла иметь совершенно необычную форму, например, вот эта – шкатулка-колыбель. Ее механизм состоит из 4 сменных валиков. Конечно же, младенца в ней укачать нельзя, но убаюкать под приятную мелодию уж точно можно. Вот так началась многовековая история музыкальных шкатулок, которая продолжается и сегодня, сохраняя традиции швейцарских мастеров из Сен-Круа. Ведь именно в этом небольшом городке в 1865 году Шарль Рёш решает открыть свой магазин музыкальных карманных часов и продолжить работу с музыкальными механизмами, которые радуют нас и сегодня. До новых встреч в музее собрания!